Все, выезжаем в Карловы Вары, взяли с собой Мэри. Мэри, девочка, да, ты с нами едешь. Пальчик свернулся. Пальчик свернулся, который к тебе ближе. Да потому что, может, я с вами. Она же боится чужих. Маленькая девочка. В сидушке сидит собачья. Горная дорожка. Такой проехали, да? Если. А. Сейчас я скажу. Вот здесь, вот слева. Понятненько. А вот там вот справа. Угу. Вот там вот. Замечательное место в горах. Прямо легкие, воздушные, по сравнению с детскими, да? Они вот правда как безы какое-то такое. Немецкие такие прямо серьезные. Карловы Вары, город-курорт. Все-таки дома в Чехии такие воздушные, с такими вензелями, какими-то утонченными статуями, у которых одежда развивается, крылышки. Вот вчера в Дрездене были, все-таки такое все массивное, статуарное. А здесь прямо взлетят эти домички. Вроде бы такие они большие, да, но легкость в нем за счет вот этих каких-то завиточков нежных, не знаю.
И тоже везде брусчатка. Лошадки. И посмотрите, какая воздушная карета. И лошадки поменьше. Не такие тяжеловесы, как в Дрездене, в Германии они были. Пироженка. Мэри, ты пироженка. Какая Мэрюшка. Будет окончательно карловы вары чистыми, да? Будут они окончательно чистые. А здесь выставка старинных машин проходит в карловых варах. Наша Мэри знакомится. Ага. Ага. Да-да-да, я снимаю. Классные машинки. Вот видите, вчера на Октоберфест выпали, а сегодня на выставку старинных машин в Карловы Вары. Все в горах. Сейчас я еще вот так вот. Что-то там я уже. А я уже вот это все засняла. Мостик через реку. Такая карета. Можно туда зайти, но до офигения приторная. Очень много сладостей, очень. Коктейли сладкие, шоколад, сливки. Ну, все. Маленькую собачонку на нашу спокойную Мэри. Ой, какая, такие прямо они воздушные, хотя здоровенное здание, но выглядит за счет вот этих вот всяких вензельков очень воздушное. А немецкие все-таки очень тяжелые выглядят статуарно. Бутики на первом этаже. Реконструируют улочку. Сейчас подойду. Мэри, ну посмотри на тетю Аню, а. Какая красота тут. Изумруды. Ага. Мне черные. Сапфиры, изумруды. Мама, она сейчас запутается. Потому что ты там стоишь. Мэри. И мой золотой. А мы яйцо уже засняли. Вот, смотри. Ой, какая улочка здесь интересная. Я пойду зайду, посниму. И сумки. Collection, new collection. Ой. Да-да-да, сейчас подожди, я засниму вот эту улицу. Beautiful street. Такая маленькая именно Прагу. Ой, именно Чехия, вот она. Такая вся маленькая, сразу же горы,
уже какой-то бутик. А, вот здесь аутлет. Диана. Просто мне хочется вот подойти и показать. Ой, тяжело даже идти, потому что в гору идешь. Сразу же гора начнется здесь. Там наверх уже можно подняться. Очень красиво. Горные дорожки еще вон туда наверх. Красивая девочка. Ларюшка, иди вон, солнышко. Ось-ось-осечка. Все, хватит. Хорошо.